Волнительно, это должно было быть в Москве. Но на самом деле нет, потому что это мой родной, любимый город, и, безусловно, для меня там очень ответственно. Здесь присутствуют мои близкие люди, мои родители, мои друзья, подруги, врачи, одноклассницы. Действительно очень волнительно, и я хочу сказать, что питерская публика, она особенно для меня, она имеет особенную душу. И поэтому, несмотря на то, что в Москве приняли фильм хорошо, все равно я испытываю определенные волнения. Вам хорошего просмотра.